В последнее время мой компьютер начал зависать очень часто. Давайте разберем и посмотрим, может мы сумеем обнаружить проблему. Суть проблемы. Я открыл компьютер и в первую очередь мне захотелось проверить, не перегревается ли мой компьютер из-за засорения радиаторов. В первую очередь посмотрим вентилятор видеокарты. Вот он. Вот она видеокарта, вот вентилятор. Сейчас мы его снимем. Вот мы сняли вентилятор. Модуль видеокарты с вентилятором. И сейчас будем смотреть. Сейчас я открою и покажу вам, что там. Вот я снял крышку с вентилятором. И что мы здесь видим, конечно, тут много грязи. Наверняка вот причина была в перегреве. Сейчас мы почистим радиатор и посмотрим. Один вентилятор мы почистили, сейчас приступим к очистке второго вентилятора. Как видите, второй вентилятор тоже вместе с радиатором очень грязный. Мы сейчас будем его тоже очищать. Ну, а вентилятор, видеокарты вместе с радиатором мы уже почистили и установили на место. Вот он. Посмотрите, какая грязь может скапливаться вот между ребрами радиатора. Вот он. Я взял просто старую зубную щетку и вычищаю. Довольно так неплохо можно почистить старой щеткой. Ну вот, мы почистили второй вентилятор. И теперь соберем и посмотрим, что у нас получилось. Очень надеюсь, что машина будет нормально работать и не зависать. Сейчас посмотрим, запустится ли наш компьютер. Кнопка сработала, а раньше этого невозможно было с первого раза. А теперь посмотрим на экран. Вот-вот, Windows запускается. Ну вот, запустился Windows. Вот она, красавица. Получилось.